помраченная грехом природа человека существует. Грех совершает каждый человек, и каждое последующее поколение людей этот грех усугубляет. И как некая снежная лавина, греховная суть рода человеческого разрушает многое на своем пути. Мы знаем, что существует наследственный механизм, что человек передает последующим поколениям свою природу, в том числе и особенности характера, и греховные склонности, и буйство страстей. И чем больше греха совершает человек в жизни, тем больше этот грех входит в его природу и генетически передается последующим поколениям. И никаким образованием, никаким комфортом жизни, никакими технологиями этого греха из природы человека не изгнать. Ныне обратимся к горячей молитве о церкви нашей, о исторической Руси, о современной России, дабы Господь умудрил всех нас, обострил наше внутреннее зрение, способность проникать в суть вещей, а не бороться лишь только с пеной на поверхности бушующего моря, чтобы помог нам узреть глубинные причины нестроения человеческих отношений и человеческой жизни, и всем вместе взяться за духовное воспитание народа нашего.